Осознай матрицу реальности. Восьмая серия. Ключи освобождения. Контроль. Прежде чем мы продолжим, хочу пробудить тебе твой огонь жизни. Ничего не бойся, нагнетание семи информации, которая будоражит твой ум. Только одна цель – страх. Это питание для паразитов, что будут повержены. Как они управляют тобой и вселяют страх, ты должен знать слабости врага в лицо. Матричная ройная система контролируется Луной и Солнцем. Станция «Судьба». Все, что твои глазные импланты блокируют, зовется темная материя. Все, что твои глазные импланты не блокируют, зовется светлая материя. Ты слеп от рождения. Насильное усыпление. Насильное размножение. Насильная кормежка. Все управляется благодаря легиону, наномашинам, микробам, бактерий и грибов. Практически половину веса твоего тела занимает легион. Бесчисленное количество наномашин, грибов и бактерий, управляемое дистанционно. Используй свой разум. Что-то не появляется из ничего. Все твои страдания, боль, старение, голод, смерть были заложены внутрь твоего тела и ДНК не случайно. Это саботаж и война против человеческой расы. Рассмотрим людское тело подробней. Наихудшая геометрия суставов и принципов крепления. В теле 100-килограммового мужчины всего 900 грамм металла, кальция. Самый худший металл для костной системы. РУС-25, кальций. Хрупкий, ломкий и пористый. Использование титана для скелета и карбона углерода для мышц и органов позволило бы избежать травм, переломов, мучений и страданий. Людское тело – это желеподобная структура, жидкостная среда для возможности передвижения микророботов, нанитов, фурмашин. Нужно всего от 5 до 10 кг титана вместо 900 грамм кальция на весь скелет. Крепкость костей у людей зависит от тестостерона и СТГ. Соматотропин, СТГ – соматотропный гормон. Соматотропин, гормон роста, один из гормонов передней доли гипофиза, относится к семейству полипептидных гормонов, в которые входят также пролактин и плацентарный лактоген. Крепкость костей у людей зависит от тестостерона и СТГ. Если вдруг падает уровень тестостерона, то ломается таз, кости превращаются в труху. Наислабейшая силиконовая ткань, состоящая из волокон, имеет желеобразную структуру, ограниченную по своему функционированию. Имеет утомляемость и усталость, запрограммированную богами. Углеродные мышцы повысили бы силу в 20 раз, выносливость и КПД в 200 раз, а также трудоспособность. Люди – это биомашины, запрограммированные на строгое циклическое поедание пищи по принуждению диктату гормонов. Побудителей и спамщиков, контроллеров, принуждающих болью. Состояние голода – боль, искусственно вызванная гормонами. Гормональная система рассчитана богами примерно на 35 лет. Затем включается самоликвидация, усиленный синтез гормонов-убийц, кортизол и Т4-тироид. Максимальная возможная хрупкость и слабость, которую только смогли сделать генные инженеры, боги. Люди, вид существующий на грани дисфункционирования. Еще немного, и тело бы рассыпалось на ходу. Такое старение не случайность. Это спланированная генная инженерия рогатых богов. Возможность восстановления и регенерации органов своего тела и отключения боли устранены генетически. Редкие случаи. Восстановление исключительное по программе судьбы, пропуск, подачка рогатых. Нервные провода от зубов до мозга, смысл которых боль и пытки, принуждение к рабству. Чтобы никто не был свободен, нужна в медицине, которая сведена к устранению боли. Боли, причиняемые своим же телом, тюремным аватаром. Это боль, диктат богов, манипуляция людьми. Проблема внутри. Начните искать вирусологию и микробиологию.
делать ей чистки кишечника. Но судьба Ифата не всемогущая. Существует программа полного исцеления человеческого ДНК. Она зовется Колыбель. Нужно полностью очистить свое тело от Святого Духа, всех микророботов, вирусов, паразитов, грибных спор, нанитов, симбиотов, семь чакр всей гаммы наркотиков внутри твоего тела, убрать все омонимы, синонимы из твоей речи. Для входа тебе нужны 7 ключей. Это программа питания с названием «7 ключей радуги» из глубины книги Владимира Пятибрата. В процессе из человека выходит наружу все дерьмо, что копилось внутри. Он потеряет почти весь кожный пигмент и весь пигмент волос и станет блондином. Половые признаки сведутся до процесса мочеиспускания и размоются совсем. Все чувства будут остры, и время будет казаться медленным либо быстрым. Человек сам будет контролировать это. Боль, старение от гормонов и естественная смерть от гормонов начнут исчезать. 7 ключей радуги. Первый слой матрицы обслуживается бесами, бесчисленными легионами микромашин и нанороботов. Эта программа использует слабые стороны системы, изолирует организм от материалов, которые судьба использует для строительства и сборки этого вонючего, омерзительного, святого духа. К сожалению, чтобы достичь полного лечения ДНК, нужны лабораторные условия, электромагнитные катушки, азотные барокамеры, наборы медикаментов, полный контроль медицинского корпуса с полным набором знаний. Но все же, ты можешь снизить влияние судьбы, следуя этой программе питания до 5-го ключа. Все продукты сгруппированы по химическим свойствам, частотному спектру и по опасности для организма человека. Начинай с оранжевого и пропускай красный, потому что красный цвет – это смерть. Старайся избегать эти продукты любой ценой. 0. Красный. Точка отсчета. На этом шаге живет большинство людей. Они постоянно живут на краю смерти и умирают в одном цвете, не понимая, что происходит. В этом цвете все виды трупного материала, вся органика животного происхождения, грибы и дрожжи, хлеб, алкоголь. Без понимания, что это такое интоксикация, даже не пытайся. Молоко и все виды молочно-масляных продуктов, сыр, яйца и все виды животного белкового генетического материала, рыба и все виды животных морепродуктов. Если любые из этих продуктов присутствуют, например, в салате, этот салат становится красным для тебя. Оранжевый первый шаг. На любом шаге ты можешь есть все. С этого шага, где ты сейчас, и ниже по палитре. Но нельзя есть с предыдущих шагов. Например, если ты на желтом, ты можешь есть с зеленого, голубого и синего. Но ты не можешь есть с оранжевого, иначе придется начинать сначала. В этом цвете все виды орехов и шишек, соя и соевые продукты, все виды бобовых, крупа и зерна, картофель и свекла. Желтый, второй шаг. В этом цвете овощи, старайся изменить и сделать сок. Все виды растительных масел, овощной сок, ягоды и все ее виды. Зеленый, третий шаг. В этом цвете фрукты и плоды. Старайся измельчить и сделать из них сок. Старайся взращивать на минералах без почвы и кала. Это ядро, на котором можно остановиться на все время жизни этого временного физического тела аватара. Голубой четвертый шаг. В этом цвете сушеные фрукты и плоды. Зеленый чай с мятой. Если нет жажды, лучше вообще не пить. Помни, пить только чистую воду, кипяченую 10-15 минут. Лучше, если родниковую чистую, до еды за 30-45 минут. Если нет жажды, лучше вообще не пить. Это последний шаг, который можно сделать дома. Я покажу тебе два других ключа, но запомни, не пытайся повторить один. Это тебе не поможет без лабораторных устройств, без медицинского персонала и медицинских пакетов. Синий, пятый шаг. В этом шаге кристаллический мед.
искусственный, без маточных феромонов, медицинский алкоголь. Но даже не пытайся бездумно поступать и применять его. Фиолетовый шестой шаг. В этом цвете порошок глюкозы, искусственный, без костного порошка из трупов, идеально чистая вода, заряженная электроатомами. Голод. На этом шаге тебе не нужна еда, ты полностью владеешь своим телом и расходуешь электроатомы по необходимости. Не пытайся повторить один. Это тебе не поможет без лабораторных устройств, без медперсонала и медпакетов. Планета заражена. Ты будешь инфицирован снова, как только выйдешь из своей комнаты. Один шаг равен полному циклу Луны, кроме голубого. Этот равен половине. Каждый съеденный продукт ставит тебя на свой шаг. Если ешь красный на зеленом, то ты отброшен назад на красный, и твой следующий цикл будет оранжевый шаг. Но ты можешь свободно есть все продукты следующих шагов. Если ты не можешь находиться на зеленом все время, ты можешь вернуться назад на оранжевый, но только после желтого. Избегай красного любой ценой. Система питания – одна из составных программы «Колыбель». Исцеление химерного ДНК, изуродованного так называемыми богами. Даже только 5 шагов помогут тебе выйти из информационной матрицы и помогут тебе снизить влияние первого слоя судьбы, микробиологического комплекса «Святой Дух», начать думать ясно. Эта программа была разработана для всех людей с любой свободой воли, любой нации, любого пола, любого места жительства. Это поможет тебе избавиться от наркотической, табачной, алкогольной, сексуальных и любых других зависимостей. Нет нужды жить и страдать в рабстве. У этой вселенной нет конца. Время проснуться. Расскажи другому, спящие не проснутся сами собой. Отчего ты чувствуешь себя плохо? Недомогание и раздражительность, утомляемость и бессилие. Возможно, в тебе лишний вес и пристрастие к сладостям, алкоголю, курению и жирной еде. Привычки, на крючке которых ты становишься на жизнь. Что является инструментом и причиной этого? Как ты думаешь, для чего я тебе дал информацию из глубины книги про питание? Ответ прост. Чтобы снизить действие судьбы на твое тело и продлить твою жизнь в этой игре. В следующей серии я расскажу, как вывести грибницу из твоего тела и что грибница является корнем всех проблем. Подписывайтесь на наш творческий музыкальный канал DJ Comarex, на котором вы найдете музыкальные треки разных направлений, созданные автором канала Wake Up Druzhy Сергеем Ариевым. Ссылка в описании.